в фильме «Осенний марафон». Мы снимали в Ленинграде в каком-то здании, которое потом снесли за время съемки. У нас была очередная пересъемка, и нам пришлось все-таки снимать там же. И значит, две стены осталось у этого здания, да. А две стены были разрушены, и только лестница туда вела. Была зима. Вот так вот углом две стены стоят. Значит, осветительная аппаратура. 20 человек народу. Мы с Басилашвили лежим в постели. Идет снег. Просто вот тут идет снег. Вот тут две стены, к которым мы притулились. А тут падает снег. Вот просто какая-то сказка Андерсена или какая-то балет «Щелкунчик». И мы, значит, с ним лежим вот такие. Но делаем вид, что все замечательно. Мы любим друг друга. Под простынёй просто, потому что летом, конечно, происходит дело. Тут какое-то дерево мелькает, значит, в кадре. Нам между нами положили обогреватель. Потому что невозможно, люди в сапогах, в зимних пальто стоят вокруг, потому что идущий снег и зима. А мы с ним, значит, лежим с обогревателем. Я думаю, ну вот где такое еще может быть? Вот такое вот счастье, лежит с любимым человеком в постели зимой. Идет пурга, идет снег. И вы лежите, сказка замечательная, то, что есть, что такое кино. Это и пока не сгорел этот самый обогреватель, мы только вскочили в тот момент, когда прогорело, значит, простынь, прогорело одеяло и все. И тогда, значит, закончилась эта съемка. Но это было прекрасно.